Только не это. Это Билл. Эй, Билл, у меня отличная идея. Я приехал в Турцию расслабиться. Здравствуй, мой американский друг. Я приводить сексуальной девушке. Нет, мне только что разбили сердце, я их ненавижу. Хотеть мальчик? Я приведу мальчик. Эй, Билл, ты когда-нибудь занимался парасейлингом? Я боюсь высоты. Давай, мужик, сделай это. Нет, не буду, и точка. Это безопасно? Конечно. Что ты как маленький? А есть какие-то правила безопасности? Правила безопасности? Вот, смотри. Отлично, очень помогло. Вперед! Отдых в Турции и парасейлинг не удались, и все пошло наперекосяк. Он приземляется в маленькой деревушке в Армении. Кто это такой? Человек. Да, но кто это? Вы турки? Это точно азербайджанский шпион! Ложись! Недопонимание. Пожалуйста, не стреляйте. Сделала Билла похожим на турецкого шпиона. Бен Ладен. Я не Бен Ладен. Бен Ладен умер. Мы поймали его. Я парасете! Черт побери, да что с вами такое? Становилось все хуже. И единственный, кто мог бы спасти его, это Ани. Это какая часть Турции? Вы не в Турции, вы в Армении. Какая еще Армения? Где-то в Блендейле? Помоги мне отсюда выбраться. Добрый вечер. Это история о выживании, международном скандале и любви. Что ты тут делаешь, ай, грёбаный шпион? Джейми Кеннеди и Анжела Сарафян в фильме «Невероятные приключения американца в Армении», в котором встречаются романтика и комедия. Тут кто-нибудь говорит по-английски? Бонджорно, сеньор.